Пресс-служба столичной полиции сообщила подробности происшествия по телефону. Сегодня на канал 102 поступил вызов о том, что в здании Каспийбанка на улице Достық заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Страж порядка просит жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.